Так, да, ребят, всем привет. Вы, наверное, видели, почему у меня вчера не вышло ни одно видео. Почему это? Я вам скажу. Пытался залезть уличные гонки в выпуск. Какой-то... Ну, снял, решил залить, да? Что сказать? Не заливается. Поменял название. Не заливается. В монтаже написал буквами на экране приветствую. И смотрите, будет, не будет. Ладно, сейчас вот вам фотка выйдет. Как-то мне вот так стоит лучше сделать. Вот так. Вот, и вон тут написано, что... Ну, вы могли смотреть, что на этой фотке написано, там, в монтаже сделаю. Я не могу залить. Я пробовал в PlayStation кидать понравившиеся. Все равно не получалось. Давайте удалим. Нам не нужно это просто. Так. Ребят, я не знаю, что мне делать. Как мне залить видео? Ну, старались. Мы это видео делали 20 минут. Я музыку ставил на него, монтировал. Очень даже... Даже удалить нельзя вроде. В загрузках валяется и все. Она в загрузках. И прикиньте, она не уходит. Вот это хорошо, смотрите. Давайте. Так, ладно. Стало интересно. Давайте зайдем, ребят, в творческую студию. У меня что-то голос сел немножко. Заходим. Смотрите. Я вам показываю. Вот так. Такая творческая студия. Купил игрока 96, я не смог залить. Вот. 6, 7. Уличные гонки я не смог залить. Нажимаю вот. Вот сюда. Вроде все хорошо. Один просмотр, это мой просмотр. Сейчас мы все решим. Смотрите. Тут расширенные настройки. Распространение, давайте. Так. Ну, вроде у нас все как бы. Давайте вот не разрешим строение видео. Может так заработать, я не знаю. Чуть позже просматривание, рейтинг. Дальше не пишет. Так, комментарии будут включены. Ну, ребят, сейчас я вернусь, посмотрю, когда все заработало или нет. И что же, ребят, посмотрел, там фотки не будет, но смотрите, там написано. Видео удалено пользователям. Давайте обновим, если не будет, но удалено. Оно до сих пор есть. Идут два просмотра, интересно. Оно удалено пользователя, ошибка, и 400 там написано, повторить. Была кнопочка, смотрите. Средний просмотр в минутах 0,23 секунды. Так. Смотрите. Вот, не знаю, вот давайте вот сюда нажмем, что ли. Ну что, ребят, я не знаю, что мне делать. Видео на канал YouTube, я не знаю. Не хочет заливаться. Я, в принципе, это посмотрел. Я не буду вам ничего говорить, что я не смотрел. Смотрите. Не знаю, можно ли в TikTok залить такое видео. Вот тут ее нету. Так, ребят, это видео снимал в Турекордере. Это видео снимал тоже. Я не буду говорить. Так, это точно в Турекордере. Но оно залилось. А другое нет. И это видео снимал в Турекордере. Ребята, я не знаю, что делать. Всем пока. Объясните, как мне помочь. С вами был Леон.